Первый тайм получился довольно-таки скомканным. Соперник оказывал давление за счет подач и за счет угловых. Но ребята выстояли и забили хороший мяч. Моментами контролировали игру, но, что и свойственно молодым футболистам, иногда торопились начинать атаки. Мы над этим компонентом сейчас работаем, но в целом так и добиваются победы на жилах. Через «не могу».